Министр иностранных дел Руслан Казакбаев принял участие в работе внеочередного заседания Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств СМИТ ССТГ, посвященного ситуации в Афганистане и ее влиянию на тюркоязычные страны. В ходе заседания стороны обсудили инициативы стран ССТГ, в частности, оказание содействия межафганскому диалогу, а также наметили ориентиры будущего взаимодействия с Афганистаном по целому ряду ключевых вопросов региональной и международной повестки дня. Главы МИД государств-членов ССТГ отметили необходимость принятия международным сообществом своевременных шагов по предотвращению гуманитарной катастрофы в Афганистане и оказанию помощи народу Афганистана в преддверии предстоящей зимы. Казакбаев отметил важность выработки механизмов конструктивного разрешения гуманитарных аспектов сложившейся непростой ситуации в Афганистане. Кыргызская сторона призвала международное сообщество и в том числе тюркоязычные страны к целенаправленным усилиям по достижению мира, спокойствия и стабильности в сопредельном Афганистане. Казакбаев проинформировал участников заседания о том, что 23 сентября по поручению президента Садыра Джапарова в Кабул была доставлена гумпомощь от народа Кыргызстана народу Афганистана. Министр подробно остановился на политических событиях с начала установления народной власти в Кыргызстане в октябре 2020 года. Сообщил, что с предстоящими в ноябре этого года парламентскими выборами завершится политический цикл преобразований октябрьского волеизлияния кыргызского народа. Также в ходе заседания Совета министров был рассмотрен проект повестки дня предстоящего 8-го саммита ССТГ 12 ноября в городе Стамбул, а также другие актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках ССТГ. По итогам упомянутого заседания принято совместное заявление.